этот проект возник у нас как идея именно в год 75-летия Великой Победы, которую мы празднуем. Да, и он возник вот не то что спонтанно, да, но он как бы возник как само собой разумеющееся именно в рамках празднования этой памятной даты. Как мы понимаем, наших ветеранов, дорогих наших воинов Отечества, с каждым годом становится все меньше и меньше. И для нас очень важно было сохранить память об их подвиге именно в рамках сохранения исторической памяти о тех событиях. Мы, в свою очередь, вот, организовали фотосъемки, фотосессии, интервью с нами дорогими, ныне живущими ветеранами, кто откликнулся, кто счел возможным по состоянию здоровья, по возможности своей с нами встретиться и рассказать о тех трагических событиях, которые произошли 80 лет назад. Каждый из этих людей представляет уникальное, на наш взгляд, явление, это уникальные судьбы, это уникальные люди. Здесь вы можете также внизу увидеть все их воспоминания, это расшифровка их интервью. Мы подвергали их слова минимальной какой-то редактуре, чтобы вот эта речь осталась как от первого лица. Вот, собственно, в чем наш проект заключался, мы его назвали именно «Лица Победы». Московская консерватория чтит память о трагических событиях Великой Отечественной войны. Каждый год все новые и новые поколения консерваторцев и студентов, и педагогов едут в Смоленскую область с концертами, с мастер-классами, посещают деревню Ельня, где проходили ожесточенные бои с участием консерваторских добровольцев, многие из которых там погибли. На День Победы наш студенческий актив принимает участие в грандиозном параде Бессмертного полка. И мы с большим уважением и радостью приветствуем в наших стенах военно-исторический проект «Лица Победы». И вот нашим музыкальным приношением мы открываем фотовыставку ныне живущих ветеранов с их уникальными воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега. Заплутавшее счастье зови. Я в холодной землянке тепло, а твоей негасимой.